страшно. Да надо было внизу думать, говорю. Как зовут? Филя. Давай. Давай, прям на краешек вставай. Все, руками не держимся, просто вперед шаг и все. Так, туда не уходи. Не уходи, вон там стой. А можно сидеть? Нет, сидеть нельзя. Можешь зацепиться за что-нибудь. Могу. Короче, вот у тебя веревка, возьми ее в руки. Вот нет, в районе узла. Вот, ага, и второй рукой тоже. Сейчас смотри, немножко давление будет. Все, не бойся. Двумя руками, ногами немножко ближе вставай. Вставай.